Ну, как известно, Тюменская область в регионах-лидерах по качеству благоустройства городской среды. Ежегодно Минстрой России публикует рейтинги, и там можно наблюдать динамику, связанную с улучшением качества проживания. Но в целом, еще раз повторю, что Тюменская область на фоне других регионов выглядит очень и очень привлекательно и комфортно. Ну, на самом деле, профессионалы готовят сами проекты, а уже дальше у жителей, что называется, дело вкуса. Поэтому они, конечно, оценивают, не очень глубоко погружаясь в какие-то детали, а они смотрят именно визуально. Все детали, по большому счету, это задача Минстроя оценить, федерального я имею в виду, но и региональных властей оценить проработанность проекта, как бы дизайн-код, соблюден ли, выполнены ли все требования по там, различным ГОСТам, и реализовать проект именно качественно. Вот здесь вот я хотел два слова сказать. Общероссийский народный фронт, в том числе и в Тюменской области, проводит такой мониторинг реализации проектов благоустройства. Мы как раз оцениваем, насколько качественно подрядные строительные организации выполнили те работы, которые за которую проголосовали люди, и если выявляется какой-то брак, недоделки, то, конечно, с точки зрения общественного контроля мы указываем на это властям для того, чтобы ошибки были исправлены.